летит машина, как стрела. Маршрут Баку-Ереван. Летит машина, как стрела. Всем привет. Сегодня буду делать такую штуку от Wunderlich на рамку для фары. Защита моя старая сломалась в этом месте и тут треснула. Я вот взял пексигляс, отрезал. Сейчас я ее начерчу, обклею скотчем малярным и буду делать. Сначала я сделал две штуки, но я не знал, как делать. Я их распилил и начал сверлить, и они, короче, не выдержали и лопнули. Когда обрезано было. Вот. Вот так они лопнули. Теперь я буду делать по-другому. Сначала я обклею, а потом буду дальше делать. Потом делаешь дырочки. Примерно все. Вот, тут она отломилась. И что я еще заметил? Надо вот здесь я сейчас начерчу, чуть-чуть добавлю с обоих сторон, здесь, здесь, тут и тут, чтобы было больше места, то что она очень тонкая, тут даже полмиллиметра не будет. Плексигляс он на 4 идет. 4 миллиметра толщина. Я хотел 5, но потом она не подходит. Там места мало между фарой и этим. Все. Так вот. Получается, теперь я добавляю здесь. Я уже пробовал, она все подходит. Я не могу замерить, потому что я не знаю, откуда он. Я просто ложу сюда. Получается мне здесь сверлить и здесь. Это сверло 8. Я начинаю самое маленькое, это на 3, потом я иду на 5. Потом на 6, на 7 и потом 8 миллиметров, да? Вот так. Если я сразу делаю на 8, она ломается, то что сильно большая. И вот так я иду. Это, короче, чуть-чуть геморрой, но нормально. Акушраубер и ВД-40. Ставь на место. Вот. Теперь нужно лобзиком все это по кругу выпилить, наждачкой шлифануть и отполировать. А ты со мной в машине сукса ночевал, и ты поешь им таран-таран.
опять пылесосить. Вот как-то так. Оригинал. Handmade. Получается, здесь чуть-чуть больше, здесь чуть-чуть больше и здесь чуть-чуть больше. Вот, все подошло. Дырочка в дырочку. Вот это чуть-чуть тяжело, этот нормально, этот легко. Это легко, вот это чуть-чуть идет. Но это ничего страшного, потому что все подойдет. Сюда ставишь прорезиненные гайки. Они сейчас придут, еще я их заказал. И потом поставлю. Вроде бы все подходит. Так, сейчас эту чуть-чуть надо будет. Ереван. Так, и здесь надо будет ее чуть-чуть разработать. Летит машина как стрела. А, ее надо будет заново еще раз пропилить. Чуть-чуть там остружка мешает. О, нормально, все подошло. Теперь надо это все вытащить. Все болтики. И шлифануть вот эти все места, наждачкой пройтись, потому что она грубо прошла. Без малярного скотча я бы не смог так начертить, потому что было бы не очень хорошо. Но сейчас будет нормально. Так, болты убирать. Это на место. Это в сторону. Так. Теперь наждачку и вперед шлифовать. Закончилась песенка моя, что часто я пою тебе. Закончилась песенка моя, что часто я пою о тебе. Может, скажи, что у меня не дома. Мерить. Надеюсь, все подойдет. Если все подойдет, надо подождать. Гайки специально эти. И поставить. Все готово. Пойдем мерить. Сейчас будем ставить. Сюда пойдет рамка. Теперь берем эту и ложим сюда. Так. Я ее приготовил. Она ложится вот так. Но это сейчас еще фолию, потом я уберу, когда гайки придут. И сюда вот так ставится. Получается, здесь все проверяется. Здесь я ничего не смотрит наружу. Да, вот так. Здесь тоже хорошо, и здесь хорошо. Получается, она за рамку не выходит, плексигляс.
Все. Примерно вот так потом стоит. Раз. На эти защелкнули. И все. И готово. Потом опять ездишь год-два. Она либо потемнела, либо там царапины были, либо там от камней что-то ударилось. Просто берешь ее, открыл, гайки вытащил. 4 штуки на болтиках. Эту выкинул, новую поставил, готово. А каждый раз покупать 116 евро вот эту всю, я не вижу смысла. Если можно взять просто крепкий газ, поменять и все. Вот и все. Всех с наступающим 2021 годом. Пока.